Қайырлы күн, құрметті бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері мен студиямыздың құрметті қонақтары. Орталық коммуникациялар қызметінің баспасөз орталығына қош келдіңіздер. Бүгінгі баспасөз мәслихатымыз 12-ші Астана экономикалық форумына арналып отыр. Биылғы форумның басты тақырыбы шабыттандырушы өсу, адамдар, қалалар, экономикалар. Уважаемые коллеги, сегодняшняя встреча посвящена 12-му Астанинскому экономическому форуму, главная тема которого в этом году звучит как «Вдохновляющий рост. Люди, города, экономики». Айта кетейік, 16-17 мамырда экономикалық форум Нұрсұлтан қаласында әлемдік экономиканың өзекті мәселелерін және Қазақстан үшін оларды шешу бойынша ұсыныстар әзірлеуді талқылау мақсатында жаһандық көш басшылар мен жетекші халықаралық сарапшылардың басын қосады. Ал толығырақ форумның күн тәртібі бағдарламасы мен қатысушылар жайында алаңымызға келген спикерлеріміз баяндап береді. Шарамызға бүгін экономикалық зерттеулер институтының басқарма төрағасы Ерлік Қаражан, Астана Экспо 2017 ұлттық компаниясының басқарушы директоры Руслан Жымков және экономикалық зерттеулер институтының талдау және әлемдік экономика орталығының директоры Айбол Арғынғазинов қатысып отыр. Құрметті қонақтар, алаңымызға қош келдіңіздер. Алғаш сөз кезегі Ерлік Нариманұлы өзіңізде. Рахмет қымбат, қайырлы күн, құрметті қауым. Қазіргі таңда әлем 4-ші өнеркәсіптік даму кезеңіне қадам басуда. Бұл үдеріс әлемдік экономиканың құрылымының түбегейлі өзгертіп, бірінші қатарда ұлттық экономикалардың технологиялық дамуын, қалалардың даму деңгейін, адами капиталдың сапасын қойып отыр. Осы себепті биылғы Астана экономикалық форум, сіз айтқандай, шабыттандырушы өсу, адамдар, қалалар, экономикалар тақырыбына арналып отыр. Биылғы форум 5 негізгі бағыттан тұрады. Жаһандық күн тәртібі, аймақтық макроэкономикалық күн тәртібі, болашақтың қалалары, технологиялық күн тәртібі, адами капитал. Қатысушылар арасында халықаралық валюта қоры басқарушы директоры Кристин Лагард, Эскато атқарушы директоры Армида Салсия Алис Джабана, Ислам даму банкінің президенті Бандар Хаджар, Шанхай ынтымақтастық ұйымының бас хатшысы Владимир Норов, Нобель сыйлығының лауреаты Пол Ромер, Колумбияның бұрынғы президенті, ол да Нобель бейбітшілік сыйлығының лауреаты Хуан Мануэль Сантос, халықаралық валюта қоры бұрынғы бас экономистері, профессорлар Морис Обсфельд, Кеннет Рогов, Бостон Консалтинг Групп компаниясының төрағасы Ханс Пол Бюркнер, Маккензи компаниясының ғаламдық басқарушы директоры Кевин Снидер, және Сбербанк басшысы Герман Греф ерекше атағым келеді. Форум шеңберінде алғашқы рет бірнеше форумдар өтеді. Бірінші Қазақстандық тұрақты даму форумы, Еуразиялық интеграцияның 25 жылдығына арналған арнаулы сессия, халықаралық еңбек ұйымының 100 жылдығына арналған конференция, Кавказ және Орталық Азия өңірі қаржы министрлері мен орталық банкі басшыларының дөңгелек үстелі өтеді. Осыған қоса Қазақстанның инвестициялар бойынша дөңгелек үстелі өтеді. Форумға Нобель сыйлығының лауреаттары, халықаралық ұйым өкілдері, белгілі ғалымдар, ғалымдар мен сарапшылар, саяси қайраткерлер қатысады. Сондай-ақ біз институтта Қазақстан және жаһандық әлем сын тәуекелдер мен мүмкіндіктер тақырыбына арналған зерттеуді таныстыруды көздеп отырмыз. Бұл зерттеуде ірі халықаралық интеллектуалдық әріптестердің қатысуымен Қазақстанның экономикалық даму траекториясы мен мүмкіндіктері жайлы айтамыз. Жалпы айтқанда АЭФ халықаралық сарапшылар мен отандық экономистер ұсыныстарының негізінде елдің дамуының жаңа векторын анықтауға мүмкіндік береді. Уважаемые коллеги, Астанинский экономический форум в этом году будет посвящен теме «Вдохновляющий рост. Люди, города, экономики». В рамках этого форума будет порядка 50 разных сессий, которые мы объединили в 5 ключевых направлений. Это актуальные тенденции развития мировой экономики, вопросы макроэкономического регионального сотрудничества, конкурентоспособность национальной экономики, вопросы урбанистики,
человеческого капитала и вопросы технического развития. Это те вещи, которые влияют на нашу жизнь сегодня. Как я говорил ранее, на базе форума впервые пройдут первый казахстанский форум по целям устойчивого развития. Будет специальная сессия, посвященная 25-летию евразийской интеграции. Международная конференция, приуроченная к 100-летию Международной организации труда. Круглый стол министров финансов и глав центральных банков региона Кавказа и Центральной Азии. Очень важное мероприятие – казахстанский круглый стол по инвестициям. Мы ожидаем большое количество гостей, иностранных бизнесменов, которые также очень заинтересованы и хотят приехать в Казахстан с целью инвестировать свои средства. В качестве гостей и спикеров мы ожидаем также участия лауреатов Нобелевской премии, экономистов, представителей международных организаций, известных ученых и экспертов, действующих и бывших политических деятелей. Особенно хочу отметить госпожу Лагард, она является директором-распорядителем Международного валютного фонда, исполнительного директора ЭСКАТО, Армида Салсиалис Джабана, президента Исламского банка развития Бандара Хаджара, генерального секретаря ШОС Владимира Норова, лауреатов Нобелевской премии Пола Ромера. В 2018 году он получил эту премию за работу в экономике. Лауреата Нобелевской премии мира, бывшего президента Колумбии Хуана Мануэля Сантоса, экс-главных экономистов МВФ, профессоров Мориса Обсфельда, Кеннета Рогова, председателей и руководителей компаний Boston Consulting и McKinsey. В этом году Институт экономических исследований планирует издать специальное обзорное исследование, которое будет открыто для всех участников форума, выложено на сайте форума, и которое называется «Казахстан и глобальный мир. Вызовы и возможности» с участием крупных международных интеллектуальных партнеров. Мы расскажем в этом исследовании о траектории экономического развития, а также об окнах возможностей туда, куда может развиваться наша страна. В целом мы уверены, что Астанинский экономический форум 2019 года придаст импульс определению новых векторов развития с учетом рекомендаций как раз таки наших международных гостей и с участием наших сторон. Спасибо. Благодарим вас, Ерлик Нариманович. Следующее слово хотим предоставить Руслану Сергеевичу. Добрый день, коллеги. Рад приветствовать вас сегодня на нашей встрече, посвященной главной экономической площадке страны, Астанинскому экономическому форуму. Спасибо за понимание важности этого события. Как уже сказал Ерлик Нариманулы, тема «Вдохновляющий рост. Люди, города, экономики». Мы сегодня живем во времена больших перемен, во времена неумолимого технологического прогресса. И чтобы оставаться на месте, нужно бежать быстро, чтобы расти, нужно бежать намного быстрее. Мы понимаем, что успех каждой экономики определяется наличием квалифицированного человеческого капитала, передовых технологий и уровнем коммуникации на международной арене. Именно это и есть цели обмена опыта и развития партнерских отношений на Астанинском экономическом форуме. За 11 лет сама площадка, сам ивент форума обрел статус одной из наиболее влиятельных международных площадок, в том числе в нашем регионе, наверное, самая крупная и самая влиятельная площадка в стране. И за все эти годы, за период, форум посетили более 50 тысяч делегатов из 150 стран мира. Среди них более 20 нобелевских лауреатов мира, среди них более 30 очень высокопоставленных зарубежных политических деятелей. За 11 лет в рамках форума было заключено более 300 меморандумов и соглашений на сумму, превышающую 20 миллиардов долларов США. Сама цифра говорит за себя. Эти цифры говорят за себя. Почему это важно? Потому что мы все хотим, чтобы Казахстан, и чтобы каждый житель Казахстана жил в стране, которая процветает. И мы, естественно, хотим процветать вместе с нашей страной. Для нас применение мировых практик во всех отраслях экономики, а также системное развитие международных партнерских отношений превыше всего. В социальных сетях задавали вопрос, чем важна эта площадка, вот именно этим. Тематика форума ежегодно актуализируется. Ерлик Нариманулы уже озвучил наш ключевой рубрикатор, озвучил всех спикеров, поэтому скажу про общие цифры. Мы ожидаем, что нас посетит около 4000 делегатов, и ожидаем, ну, на сегодняшний день пока видим порядка 50 стран мира. Также хочу отметить, что созданный по инициативе Ельбасы, Астанинский экономический форум, всегда проходит при неизменном участии Нурсултана Назарбаева. И в этом году не исключение. Мы ожидаем первого президента РК, что он примет участие в пленарном заседании форума.
Планируется за два дня, что у нас пройдет на всех наших сессиях, примерно выступят 164 спикера, сейчас заявлено, огромное количество соорганизаторов, программа актуализируется, обновляется каждый день, мы уже ставим точку, то есть мы на стадии завершения, но при этом огромное количество сессий дополняется ежедневно. Радует, что инфраструктурные объекты Экспо сегодня тоже задействованы и используются по назначению. В этом году не случайно оператором и организатором Астанинского экономического форума выбрана национальная компания Экспо-2017, и мы считаем, что площадка Конгресс-центра Экспо является наиболее высокотехнологичной, развитой, и для нас это очень большая честь провести мероприятие у нас на нашей территории. Более того, мы проводим это в современнейшем городе Центральной Азии, городе Нур-Султане. Ну, кстати, у нас будет две площадки, два зала, Нур-Султан и Астана. На сегодняшний день работа по организации форума идет по утвержденной дорожной карте и согласно разработанному нами мастер-плану. Все работы идут по графику, мы разработали концепцию оформления, которая называется «Города», и считаем, что для нас это будет некой такой фишкой, что мы оформляем все залы именем, названиями важнейших финансовых хабов мира. Мы понимаем, что глобальный город – это город, который является важным элементом и звеном любой мировой экономической системы. Ну, а, естественно, люди – это двигатели прогресса. Собственно, все бьется и напрямую пересекается с ключевой темой форума. Хотели отметить один такой момент, что в рамках Года молодежи в Казахстане мы еще продумали вместе с оргкомитетом, предусмотрели IF Talks, такой новый формат, который позволяет студентам и молодежи посетить специально отведенное для этого место с участием наших высокопоставленных и известных гостей. Мы планируем пригласить и уже подтвердили участие для выступления на IF Talks, на публичных открытых лекциях для молодежи, такие люди, как Герман Греф, Джеффри Сакс, несколько нобелевских лауреатов, в том числе господин Кальдерон, бывший президент Колумбии, и другие. Регистрация сейчас проходит на сайте очень активно. Уже сегодня зарегистрировано, вот перед прям выездом сюда уточнили цифру, 1836 делегатов. Регистрация идет полным ходом. Я напоминаю вам, коллеги, что регистрация СМИ также проходит на сайте astanaeconomicforum.org и продлится до 8 мая включительно. Настоятельно прошу не затягивать с вашими списками и тоже соблюдать все наши правила. Приглашаем вас всех принять активное участие в работе форума. Пожалуйста, ждем вас в гости. Спасибо большое. Келесі сөз кезегі бола Арғынғазыұлы, өзіңізге ұсынамыз. Қайырлы күн, құрметті журналистер қауымы, құрметті қауым. Баршаңызды бүгінгі Астана экономикалық форумына арналған конференция көргеніме қуаныштымын. Мен әсіресе осы күн тәртібінде көзделген Қазақстан және жаһандық әлем мүмкіндіктер мен сын тәуекелдер зерттеуіне ерекше тоқталғым келеді. Өйткені бұндай зерттеу Астана экономикалық форумының тарихында бірінші рет қолға алынып отыр. Бұл зерттеудің басты ерекшелігі біздің отандық экономистермен қатар жаһандық деңгейдегі үлкен ақыл-ой орталықтары, Нобель сыйлығының лауреаттары, осы форумның спикерлерінің барлығы осы зерттеуге тікелей қатысып, қазіргі кездегі жаһандық саясат пен әлемдік экономика қай бағытта даму үстінде, осы жағдайда Қазақстанға қандай жолмен жүру керек, қандай стратегияны таңдау қажет, қандай негізгі бағыттарды дамыту қажет, технологиялық үдерістердің дамуы кезеңінде Қазақстан қандай жолмен жүру керек деген сұрақтарға жауап іздеген болатын. Және бұл зерттеуге экономикалық зерттеулер институтының барлық сарапшылары түгелдей дерлік қатысып, бұл жерде тек қана халықаралық бағдар ғана емес, Қазақстанның да өзіндік ерекшеліктері ескере отырып, бірінші рет осындай іргелі тың жаңалық ретінде біз осы зерттеуді Астана экономикалық форумда ұсынатын боламыз. Сонымен қатар, биылғы жылғы форумның ерекшелігі ретінде форумның соңында Астана экономикалық форумның негізгі мақсаттары, ұсыныстарын талқылайтын қорытынды дискуссияны ұйымдастыру өткізіліп отыр. Бұл да Астана экономикалық форумның негізгі жаңалықтарының бірі деп айтуға болады. Қорыта келгенде Астана экономикалық форумы жаһандық сарапшылардың, отандық экономистердің ақыл-ойын бір нүктеге шоғырландырып, біздің еліміздің келешектегі даму жолдарын, даму бағыттарын анықтауға көмектеседі деп ойлаймыз. Және баршаларыңызды бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдерін Астана экономикалық форумына белсене қатысуға шақырамыз. Рахмет.
Құрметті қонақтарымыз, сізге алғысымызды білдіреміз. Құрметті әріптестер, сұрақ бөліміне көшеміз. Сұрақтарыңыз болса, қойларыңызға болады. А вы знаете, на самом деле вот название очень у вас актуальное. Человек, то есть да, люди, города, экономика. Очень актуальное, то есть все, все вот эти конференции посвящены самому главному. Мне просто хотелось бы спросить, а как вы будете дальше вот информационно? Потому что вот программу я видел, очень богатая программа, да? Через какие площадки? Вот вы сегодня на СЦК, а завтра как будет информацию? Мы журналисты и наше да, это общество, гражданское общество, все будем получать. Рахмет. Спасибо большое за ваш вопрос. Мы предполагаем следующее. У нас есть вот наша уникальная площадка «Конгресс-центр». Мы планируем делать онлайн-включение, онлайн-трансляции из этих залов, чтобы люди могли увидеть все то, что происходит на полях АЭФ. При этом оперативно будут выдаваться такие краткие сводки по итогам каждой сессии. Мы сейчас прорабатываем, чтобы был продуман хороший цитатник от спикеров, чтобы были проработаны тезисы. То есть все то, что выходит из уст наших уважаемых спикеров, оно должно появляться на нашем сайте. Мы будем это выдавать в пресс-центр. Специально оборудовали, сейчас, вернее, в процессе оборудуем большой пресс-центр. Он будет вмещать в себя не менее там 250-300 журналистов. Прорабатываем полностью всю инфраструктуру, чтобы была возможность использовать хороший интернет, пересылать материалы, скачивать видео и так далее. То есть мы максимально делаем так работу комфортной для журналистов, для всех СМИ, чтобы вы могли получать информацию, ну, максимально оперативно. Пожалуйста. Если позволите, спасибо. Коллеги, спасибо за вопрос. Очень, очень важный вопрос. Дело в том, что действительно форум важен как экспертная площадка. Я хотел пригласить и воспользоваться возможностью пригласить всех наших казахстанских экономистов по возможности посетить данное мероприятие. Дело в том, что мы в этом году, как ответил и коллега мой Айбол Армгазинов, мы особенное внимание стараемся уделить вопросу подготовки. Подготовки всех спикеров, в том числе и иностранных гостей. В частности, то исследование, про которое мы говорили, у меня с собой есть вот черновой вариант. Скоро он пойдет в верстку на трех языках, казахский, русский, английский, он сделан как домашняя работа. Домашняя работа в том числе и для того, чтобы наши гости, которые приезжали сюда, они приехали не просто посмотреть Казахстан, да, деловой туризм, оставить какие-то инвестиции в стране, но также познакомиться с нашей страной поближе. В этом обзорном исследовании мы говорим про мировые тренды, мы рассказываем про те вызовы, с которыми встречается Казахстан сейчас и другие страны, а также я говорил про окна возможностей. Очень любопытный момент, что в этом исследовании мы также интегрировали и получили порядка 15 спикеров, они предоставили свои комментарии, в том числе рекомендации для страны, куда нам развиваться, в каких направлениях двигаться. Каждый спикер сегодня и вчера мы собирались с организаторами, а с организаторов у нас много, более 50 сессий, мы так в кавычках говорим, что на каждую сессию есть соорганизатор, партнер, компания, банк, госорган и так далее, институты, которые отрабатывают именно контентную и содержательную часть. Так вот, работая с каждым спикером, мы их готовим, чтобы люди пришли сюда не с пустыми руками. Самый главный капитал Астанинского экономического форума – это идеи, это рекомендации, это возможность обсудить вот эти направления. Поэтому я надеюсь, что вот эти достаточно короткие сессии, час 15, в среднем одна сессия длится, иногда некоторые сессии побольше, но мы могли бы получить самый сок, самые важные рекомендации от них. Надо провоцировать, надо разговаривать с этими коллегами, спрашивать, правильно ли мы движемся, куда мы должны направляться. А для этого нужны наши эксперты. Приглашаю вас на АЭФ. Спасибо. Еще вопрос, коллеги. Пожалуйста. Добрый день. Алма Сейфуллина, телеканал Атамикен Бизнес. У меня три вопроса. Кто оказался победителем в конкурсе по оказанию услуг по организационному, бытовому, техническому обеспечению, проведению и продвижению АЭФ-2019? Почему цена за единицу на сайте госзакупок составляет 1 миллиард 105 миллионов тенге? И не считаете ли вы эту сумму слишком большой для проведения форума? И ну, какая была еще в прошлом году сумма, чтобы можно было сравнить? И третий вопрос. По итогам конкурса, сколько составила окончательная сумма этого лота? Спасибо. Говорят, что это ко мне. Так, победитель... Смотрите, бюджет этого форума в этом году был утвержден республиканским бюджетом на уровне 1,4 миллиарда тенге.
Национальная компания «Экспо» провела открытые закупки. На сайте нашего портала, нашего сайта это все было опубликовано. Приняла участие вот в большом конкурсе, про который вы озвучили, по техническому оснащению и оформлению и пиар-сопровождению 6 компаний. Тендерная комиссия заседала несколько суток и определяла победителя, проверяла на соответствие квал требований и опыта и ценовых предложений. Победителем вышла компания HBTV, мы не скрываем это, и, ну, в принципе, вся информация доступна в открытых источниках. Считаем ли мы, что эта сумма большая или нет, по сравнению с чем? Задаю вам встречный вопрос. Ну, для самой большой конференции страны это адекватная сумма, которая, наверное, отвечает всем нуждам и потребностям того, что мы задумали. У нас 50 сессий, у нас задействовано одновременно в некоторые моменты, одновременно у нас 9 параллельных мероприятий. При этом задействованы локации как Конгресс-центр, как базовая, основная локация, гостиница «Хилтон» как второстепенная локация. У нас задействован очень активно международный финансовый центр «Астана» как третья локация. В рамках АЭФ еще есть казахстанский Казахстан Government Investment Roundtable, КГИР, в гостинице «Ритц-Карлтон» — это еще одна локация. В гостинице «Риксос» будет форум наших коллег по теме там таможенного регулирования. Это еще одна локация. Нацбанк и МВФ делают параллельные сессии, свой круглое заседание круглого стола с Кристин Лагард в Сент-Реджесе. То есть для такого количества мероприятий, площадок и локаций сумма мы считаем адекватной. Что было в прошлом году, к сожалению, это немножко не наше поле. Мы только в этом году приступили к организации, поэтому надеюсь, ответил на ваш вопрос. Спасибо. Еще вопрос, коллеги. Пожалуйста, человек и закон. Мадина Жатканбаева, сіздерге сұрақ. Бұл Астанада экономикалық форум бірінші күні өтіп жатқан жоқ. Осы форумда, әр форумға сіздер айтып отырсыздар, болған сайын миллиардтап ақша бөлінеді. Осы бөлінген қаражаттар біздің Қазақстан Республикамыздың экономикалық форумының дамуына қандай әсерін тигізіп жатыр? Екінші сұрақ, Қазақстан Республикасында жүргізілген реформалар және жоспарлар негізіндегі экономикамыздың даму барысы қандай? Экономикалық дағдарыс, инфляциялық дағдарыс, төлем қабілетті дағдарыс, инвестициялық дағдарыс, әлеуметтік саладағы дағдарыстың негізгі жалпы көріністері қандай? Рахмет. Сұрағыңызға рахмет. Орынды сұрақ деп ойлаймыз. Бұндай іс-шаралардың әсерін бірден қысқа перспективада бағалау өте күрделі. Бұл іс-шаралар негізінен ұзақ мерзімді, елдің инвестициялық тартымдылығын арттыруға, елдің экономикалық даму стратегиясын айқындауға бағытталғандықтан, ол шаралардан бір күнде әсер келеді, не болмаса бір күнде одан ауқымды өзгерістер болады деп күту меніңше негізсіз. Алдағы ұзақ мерзімді перспективада ол елдің экономикасына сөз жоқ әсерін тигізеді. Осы өткен 12 жылдың ішінде форумның негізінде жаһандық сарапшылардың ұсыныстарын ескере отырып, Қазақстан өзінің біршама экономикалық реформаларын іске асырды. Мен сізге бірнеше мысалдар келтіріп беріп кетейін. Ең бірінші мысал, қазіргі кезде бизнес жүргізудің жеңілдігі бойынша Қазақстан әлемдегі озық 30 елдің қатарына кіреді. Дүниежүзілік банктің Doing Business рейтингісі бойынша 2018 жылы Қазақстан 28-ші орынға тұрақтап отыр. Бұл Еуропаның жалпы әлемдегі дамыған елдердің ішінен де озық көрсеткіш болып табылады. Сонымен қатар, соңғы жылдарда бизнестің ашықтығы, бизнес жүргізудің жеңілдігі бойынша 5-тен аса топтамалар жүргізілді. Әлеуметтік экономикалық реформалар бойынша, әлеуметтік жүйе бойынша 3-ке жуық топтамалар енгізіліп, соның нәтижесінде қазіргі кездегі әлеуметтік реформаларды өздеріңіз көріп жатырсыздар. Ал Қазақстанның экономикалық өсуі басқа да негізгі түбегейлі макроэкономикалық көрсеткіштеріне келетін болсақ, бұл көрсеткіштердің барлығы әлемдік экономиканың үдерістерін ескере отырып, біз қалыпқа сай деп есептейміз. Өйткені Қазақстанның негізгі сауда экономикалық серіктестері Қытай Халық Республикасында, Ресей Федерациясында, басқа да негізгі сауда серіктестерінде экономикалық дамудың қарқыны бізге қарағанда төмендеу болып тұр. Сондықтан да қазіргі кезде біздің еліміздің сыртқы борышы негізгі түбегейлі макроэкономикалық көрсеткіштері оң деңгейде. Бұл форумның да негізінен кейін бірнеше ұсыныстар топтамасы әзірленіп, уәкілетті органдарға жолданатын болады. Сондықтан да біз форумның өткізілуін орынды, мақсатқа сай, біздің еліміздің экономикалық стратегиясын ары қарай ілгерілетуге үлес қосады деп санаймыз. Рахмет. Көп рахмет. Есть еще вопросы, коллеги?
Телеканал «С нами», Руэр Жикьянова. Вопрос, вот если возвращаться к вопросу о бюджете, можете ли озвучить диапазон гонораров вот, для спикеров, которые примут участие? И, ну, если можно, более детальную информацию. Вы знаете, вот особенность Астанинского экономического форума заключается в том, что мы из... По согласованию с оргкомитетом мы максимально вообще убрали все гонорары. И гонорарная часть, она покрывается, как правило, спонсорами. То есть мы прорабатываем эту историю с нашими коллегами, с организаторами, чтобы они сами везли своих коллег, ну и наших коллег, спикеров, и чтобы мы из республиканского бюджета не тратили на это деньги. Соответственно, я не могу вообще сказать, кто сколько из них получает. Ну, в целом, вы же сами понимаете, все зависит от уровня спикера, от качества его выступления и так далее. То есть они там от $1000 и выше, но большинство спикеров, насколько мне известно, приезжают бесплатно. То есть они в рамках каких-то партнерских отношений, в рамках каких-то договоренностей, в рамках будущих проектов и так далее. Я, кстати, знаете, хотел еще отметить, вот по поводу бюджета вы спросили, уже сейчас у нас известна экономия, мы уже сэкономили 100 миллионов тенге, потому что вот по итогам проведения вот этого большого тендера уже минус 100 миллионов прошла экономия, ну, в смысле, 100 миллионов экономия прошла. Просто тогда сколько спонсорских средств было привлечено? Мы привлекаем эти деньги сейчас. У нас есть порядка 10 спонсоров. Я не буду вот сейчас вот перечислять все, но там спонсорские средства идут там от 5 миллионов тенге и выше. У нас спонсорские пакеты разработаны. Есть компания, которая заявила желание быть спонсором сессии. Есть компания, которая заявила желание быть нетворкинг-партнером и организовать нам за свой счет стенд, где гости форума, делегаты смогут посидеть, пообщаться, провести какие-то переговоры, попить кофе. Как-то так. Спасибо. Спасибо, Руслан Сергеевич. Я здесь хотел дополнить вашу историю. Очень любопытно, есть, конечно, желающие некоторые из сторон, да, которые оказывают, скажем так, нематериальную поддержку. Вот, например, один из наших крупных партнеров, компания Сбербанк, везет нам как раз-таки Пола Ромера, Нобелевского лауреата по экономике 2018 года. Здесь очень также любопытный есть момент. Я, к сожалению, не могу раскрывать все конфиденциальные секреты, но в рамках Казахстанского глобального инвестиционного форума ожидаются порядка 500-600 бизнесменов, которые будут участвовать в круглых столах, дискуссиях потенциальных инвесторов, порядка 200 иностранных из Азии потенциальных инвесторов. Есть американские бизнесмены, которые уже приехали с пакетом инициатив инвестировать в Казахстан, которые, ну, это очень громко звучит, но тем не менее звучат на миллиарды долларов. Обещают очень много результатов, поэтому здесь вопрос бюджета, конечно, будет касаться от косвенных, тех длинных эффектов, про которые говорил мой коллега Айбул. Спасибо. При содействии вот таких крупных соорганизаторов, как Bretton Woods, G-Global, КГИР, то есть Казахинвест, огромное количество спикеров едет, и мэры, и инвесторы, и ученые, поэтому мы сказали, вот сегодня у нас по программе 164 зафиксированных спикера, из них мы считаем, ну, там, не менее 70 там, достойны уровня такого VIP-статуса, хотя все они для нас VIP-спикеры, и все принимают участие благодаря соорганизаторам. В этом и есть какая-то, наверное, сильная сторона этой конференции, этого форума, что он проходит при поддержке правительства, но при этом задействовано огромное количество очень сильных игроков. Спасибо. Есть еще вопросы, коллеги? Пожалуйста. Да, у меня тоже, скорее, уточняющий вопрос. Вот в прошлом году мы знаем, что были такие интересные темы, как, допустим, как накормить 10-миллиардное человечество, и открывались новые продукты, кто-то там предлагал кушать медузу и тому подобное. Вот какие-то интересные дискуссии будут? Назовите, пожалуйста, первую тройку самых интересных и актуальных дискуссий, которые будут в этом году. И второй вопрос. В прошлом году был подготовлен топ некоторых решений. По-моему, это было в сборнике. Будет ли это повторяться в этом году и где эти решения применяются вот в нынешнем году? Спасибо. Ну, по содержательной части вот прям такой какой-то желтой новости или сенсации, я думаю, мы вам не дадим. Но вот, как сказал Ерлик Нариманулы, будут очень интересные впервые организованные мероприятия, как круглый стол с участием Международного валютного фонда. Такое происходит впервые в нашей стране. Будет первый казахстанский форум по целям устойчивого развития под эгидой ООН.
будет круглый стол для министров финансов, приезжает огромное количество представителей различных министерств финансов разных государств. То есть очень много новых вообще форматов, и поэтому, наверное, мы там будем искать какие-то сенсации, будем вылавливать все самое интересное. Но я учту этот комментарий и постараюсь сделать так, чтобы наша пресс-служба выдавала вам побольше каких-то интересных таких моментов, которые нестандартные. Есть один интересный нюанс. Не буду раскрывать фамилии и имена, но планируется специально для прессы сделать специальную такую открытую сессию, где мы посадим двух экономистов друг напротив друга, отмодерируем, сделаем возможность обсудить те теории и те практики, которые они предлагают, и в том числе, насколько они применимы в Казахстане. Это будет доступно для прессы. Точно так же мы будем сейчас не буду раскрывать фамилии, имена, но вы готовьтесь. Это будет очень интересно. Это зарубежные. Нет, это будут зарубежные спикеры. Мы устроим им небольшой баттл, если так будет понятнее. Да. То есть мы специально для вас это делаем. Я, кстати, хотел подчеркнуть, что здесь площадка СЦК. Это еще также будет активно задействовано, как здесь, в этой студии. Точно так же у нас будут мобильные возможности в рамках экспо-центра транслировать те мероприятия, которые будут там происходить. Ну и вторая часть вашего вопроса, это уже то, что представители, наши коллеги с Института экономических исследований Ерли Каражан озвучил, будет выработан сборник рекомендаций и будет обзорное исследование, да, обзорное исследование «Казахстан и глобальный мир». То есть это исследование, оно будет опубликовано частично до начала Астанинского экономического форума, потом оно будет подкреплено какой-то дополнительной аргументацией, да? Ярик Нариманович. Спасибо, Руслан Сергеевич. Очень классный момент. Что мы делаем такого особенного с точки зрения содержания в этом году? Институт экономических исследований очень давнишний, один из старейших мозговых центров в стране. 61-го года он датируется. Еще работал при Госплане Советского Союза. Сейчас очень много делает исследований, в том числе для Министерства национальной экономики. Мы запланировали такой формат, в котором мы в каждой сессии будем предусматривать определенного человека, задача которого экономиста, специалиста, задача которого выделить основные рекомендации, основные моменты, которые озвучены и будут озвучены на этих сессиях. Мы будем готовить и готовим спикеров, модераторов, чтобы они, естественно, в рамках формата своих сессий приходили, опять же, не с пустыми руками, а говорили и давали рекомендации стране. Что это означает? Мы это делаем не просто, чтобы зарегистрировать и положить на бумагу. Мы эти рекомендации обязательно выложим в качестве отчета для вашего, в том числе, рассмотрения. Ну и во время самого АЭФа сделали специальную сессию, которая называется «Итоговый обзор», возможности изучения перспектив, может быть, даже каких-то противоречий, когда мы пригласим соорганизаторов, пригласим некоторых спикеров за круглый стол и обсудим как раз-таки итоги АЭФ. Спасибо. Промодерируйте эту сессию, Ярик Нариманулы? Пока есть такая цель. Спасибо. Благодарим. Еще один вопрос. Пожалуйста. Сәлеметсіздерме. Бірінші сұрақ жайтып жатыр ғой. Шетелден көптеген танымал экономистер келіп баяндама доклад жасайды деп. Қазақстаннан танымал экономистер бола ма, қатыса ма? Және Қазақстаннан қанша эксперт экономист мамандар қатысады осы форумға? Екінші сұрақ. Шетелден СМИ өкілдері қатыса ма? Қанша бұқаралық ақпарат құралдары таратады осы экономикалық форумда? Рахмет. Сұрағыңыздың бірінші бөлігі бойынша мен жауап берейін. Біздің барлық дерлік Қазақстанның жетекші экономистері қатысады. Оның ішінде үлкен сарапшы мамандар да, жоғарғы оқу орындарының академиялық өкілдері де, біздің Назарбаев университетінің барлық жетекші ұлттық оқу орындарының, басқа да жоғарғы оқу орындарының экономист ғалымдары, ақыл-ой орталықтарының экономист ғалымдары, сарапшылар ғалымдар толығымен қатысады. Одан бөлек біз шетелдік сарапшылар мен қазақстандық сарапшылардың қатысуын қамти отырып, қорытынды дискуссия жасайтын боламыз. Бұл жерде Астана экономикалық форумы өзінің мақсатына қаншалықты жетті, өзінің үдесінен қаншалықты шыға білді деген сұрақтарға жауап іздейтін боламыз. Сұрақтың екінші бөлігіне Руслан Сергеевич жауап береді деп ойлаймын. Позвольте на второй вопрос ответить так. Мы прорабатываем огромное количество зарубежных СМИ, и сейчас ведутся переговоры с ведущими СМИ, такими как Financial Times, Bloomberg, CNN, BBC, CNBC, Euronews. Есть уже большой пул редакций, которые проявили интерес к нам. Они сделали конкретные запросы на интервью с конкретными людьми. Мы это сейчас прорабатываем в рабочем порядке. Мы ожидаем, что будет не менее
не менее 30-40 зарубежных представительств СМИ, редакций, которые приедут сюда, в Казахстан. Какое количество журналистов физически будет в составе этих команд, мы пока прогнозировать не можем. Количество списков. Аккредитация идет сейчас каждый день. Я вот сейчас вам не скажу точную цифру, она идет каждый день. Ну, порядка 10 СМИ уже точно зарегистрировано. Спасибо. Что ж, уважаемые коллеги, мы благодарим вас за интересные вопросы. Осы мен баспасөз мәслихатымызды аяқтауға рұқсат етіңіздер. Құрметті спикерлерімізге алғысымызды білдіреміз. Келіп ақпаратпен бөліскендеріңіз үшін көп-көп рахмет. Осы мен баспасөз мәслихатымызды аяқтаймыз. Келесі кездескен шаман сау болыңыздар.